И по старой дороге на Борисоглебск ложится новая дорога. Ну, на эту дорогу положена в основном филитовая щебенка. А что это обозначает? Филитовая щебенка со временем, она разбухнет, вспухнет, и будет дорога у нас, как американские горки, вот такая вся. Спучивается, и как ведет себя филит, специалисты знают. Второе. Допустим, в Рослякова-2 в этом году строился полоса аэродромная. Поставляется гранитная щебенка. Щебенку в Норвегии, и возили оттуда баржами. Гранитная щебенка в процессе изнашивания, и, ну, в процессе торможения, она самозатачивается. Вот, гранулы кварца не закругляются никогда, а только затачиваются, все острее и острее становится. И, естественно, она режет колеса. Она не изнашивается, гранитная щебенка, она остается острой, а весь остальной слой, который асфальт составляет, он изнашивается, и остается торчащий, как ножи, кристаллы кварца.